зараз от у нас на Коляді, от на Рождество Христове. А зараз і ходять і со звездою, і барабан, і гармошкою. Это сами люди ходят, не дом культуры? Сами, да. Угу. А это все Магакали вечером? А? Людей вечером ходят? Седьмого вечера. Ага. А сколько вечером начинаете? А можно начинать и с утра. Ага. Еще. Не, ну часов шесть. Да не раньше, дети-то уже и в два часа идут, и в три часа идут, зарабатывают как по себе. Угу. Поют про Божью Мать Марию. А на сьомого про что? А на сьомое уже про Рождество Иисуса. А на Щедрец тоже ходит где-то так, ну, во второй половине дня, правильно? Да, под вечер. Ну ты же самые взрослые люди, и взрослые, и дети, да. Ничем, можно сказать, ничем не отличается, только песни отличаются. Да, только песни. И зорку тады носит, и тады? И тады, тогда, и тогда, и с музыкой, и кто с музыкой. Так что, в хату приходите? В хату, типа запрошаешь, в хату я. Да, что на улице. Хату, там а дети. Ходит одна компания, много компаний? Много компаний. И что, так у хаты? Одна выходит, другая приходит, та вышла, та пришла. А на Щедреца у нас особенно, это в Давидгородке. Там это их, на Щедрец, это еще больше праздник, чем на Рождество. Там это вообще, там приезжают даже из Минска туда, там как бы в их переодевались. Кашубу перевели. А это и мужики, и шляхта так переодевались раньше? Да. А у кого там переодевались? Что это за персонажи? Як? Шубу переверни, кожух я колись говорю, уже на медведя похож на это. Да, так вот. А только медведи все были, да. Те еще какие-то персонажи? Нет, больше каких таких. Так, а кольки вот так вот хлопцы вышло, все в медведев? Ну как бы, а то сейчас никто не переодевется. Угу. Вчера надо было ставить обязательно каждую звезду. И там тоже что-то вырезали фигурки такие? Ну, она же пятирожная, роги. Из бумаги клеили, из разных. Там зеленая, красная, синяя, голубая, желтая. Звезды это и все. Обклеивали, свечку запаливаешь, закрываешь дверка такая была. И крутишь. И она разными этими цветами. Ой, так красиво. А теперь тоже так с такой зоркой сейчас? И тоже свечку ставить? Да. А если хотели ходит. Спытаться, а вот шляхта, если калядовала, то она ходила до шляхты, то она ищет до всех. Ну вот если человек со шляхты, ее надо калядовать, ее надо до шляхты или до всех идет? Сейчас ходят все, шляхта на мужики. А вот вы кали ходили? И мужики до шляхты. И мы ходили, и на мужики тоже ходили. Ходили. То есть, как передавали, не отличалось? Не. А скажите... Ходили шляхта на мужики, мужики на шляхту. А кто вот у этого медведя переодевался? Той, кто эту звезду тримал? Ну, любой мог переодеться. Так, ну... Все же не переодевались. Один, у кого был, той кожух, той переоделся ради этого. А пели вот все вместе или один вот заводил, а еще подхопливали? Ну, смотря какая песня. Ну, что песни такие, что все поют. Понимаете, это церковные песни. Церковные. Рождество Христово, ангелы прилетели, это поют. А не пели у вас такие, что вот хозяину, хозяйке, сыну, там, дочке? Ну, у нас таких бы не. У нас вот сразу было... В стране иудейской, вот, это когда я был, а потом уже вот где-то в 90-х годах, в 2000-х, вот уже начали Рождество Христовое. Там церковные еще свои поют песни, кто какие знает, тот такие поет. Ходила Мария по всему свету, стрела Мария, трое жидовей. Эх, вы жидовы, Христа мучили.